Всем доброе утро! Мы наконец-то добрались до Саратова. Саратов нас встретил хорошей погодой, и мы с Самантой тут решили прогуляться. Саманта, скажи всем подписчикам привет! 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 Саманта, подписчики задавали тебе вопрос, начала ли ты говорить по-русски? Чуть-чуть. Чуть-чуть, хорошо. Тогда скажи, как тебе Саратов? Ничем не видела лучше. Ничего не видела лучше. Привет, Заряги! Будешь? А что это от у нас ламишечки, тут? От ламишечки. Так, так. А тут Ротпронт. Давай. И, Ирина, здравствуйте еще раз. Подскажите, как ваше настроение и как ваши дела? Поделитесь с подписчиками. Здравствуйте. Передаю привет всем из Саратова. Канди Бобер. И мы завтра играем с Саратовым в Саратове. С саратовской командой, поэтому посмотрите. Во сколько? Девчули, красотули, как ваше ничего. О, вот ей вообще. Котики. Животики. Привет, Тань. Я приготовила для тебя супер вопросы. Ты предприемлена, но отвечать ты должна только да или нет. И обязательно честно. Ты готова? Да. Хорошо. Поехали. Первый вопрос. Нарушала ли ты когда-нибудь режим? Нет. Так, следующий вопрос. Материшься ли ты? Да. Кушала шоколадки на ночь? Да. Брала в душевой чужой гель для душа? Да. Женечка, я для тебя тоже приготовила блиц. Называется он идеальный. Поехали. Пару вопросов, ты должна сделать выбор. Высокий или низкий? Высокий. Блондин или брюнет? Брюнет. А русский или иностранец? Русский. Русский. Хорошо. Сильный или накачанный? Блин, просто сильный. Хорошо. Экстраверт или интроверт? Все вместе, я не знаю, что это все значит. Ну хорошо, неважно. Гуманитарий или технарь? Гуманитарий. Хорошо. Красивый или умный? Веселый или смелый? 100% веселый. Еще хоккеист или волейболист? А что можно? Хоккеист. Хоккеист. Если вы обладаете примерно такими же качествами, покупайте билет на наши матчи и садитесь поближе к трибуне. Нет, поближе к площадке, да? Приходите с плакатом Женя. Я вас увижу. Да, мы вас увидим, и Женя тоже, и болейте за нас. Да. Пу-пу. Они всегда с нами. Это ли не чудо? Где Саманта? Как они будут по-хорватски? Бобомара? Бобомара. Как будет по-хорватски волейболистка? Отбайкальщица. Отбайкальщица. А мячик? Какой? Мячик. Лопта. Лопта. Лоптица. Лоптица. Саманта! Да. Ты подрабатываешь? Да. Я треба деньги. Биг дизастер, биг дизастер. Все, давай. Быстрее. Пока. Подписывайтесь на Динамо ТВ. Обовязно, динамо ТВ, глядите нас. Глядите нас. Ставьте колокольчик. Свайтап. Пап, пока-пока.